Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Игорь Прудников и «Арбалетная поляна». Хочу рассказать вам про подготовку к охоте на бобра. Для того, чтобы добыть бобра, необходимо дополнительное устройство, которое устанавливается, вот в данном случае, на арбалет дуб. Вот. Что из себя это устройство представляет? Вот. Сделано собственными руками. Это, в принципе, обычная коробка, только там находится 12 метров шнура специального. Вот. Специально подготовленная стрела с бегающей петлей. Вот она бегает. Шнур рыболовный, плетеный, с кевларовой основой. Вот. То есть максимально прочный. Вес он выдерживает в районе 75-80 килограмм. Вот. Стрелу я использовал от фирмы Майнхантер. Вот, перебрал, максимально тяжелая, с латунным инсертом, чтобы проникающее усилие было посильнее. Вот, сейчас будем с вами ставить ее. Как это выглядит? Снимается накладка резиновая. Вот она. Берется шестигранник. Так, чуть поменьше. Два болтика сняли, положили, вот, сняли цевьё. Теперь вот эту металлическую часть я изготовил из квадратного профиля, который по ширине идеально подходит к направляющей снизу. Два нержавеющих болтика. Вот. И вот смотрите. Вот я прислоняю. Оп. Для верхнего крепления идеально подходит вот этот паз. Для нижнего крепления я тупо просверлил направляющую. Это несложно сделать. Раз. Два. Повернули. Закрепили один. Закрепили другой. Вот так укладывается шнур. Вот такими движениями. Смотрите. Вот этот лоток снизу сделан для двух больших пальцев. По времени укладки все 12 метров укладываются за 2,5 минуты. Если ставить сюда шнур рыболовный, фирменный, вот, он укладывается за 1,5 минуты. Вот, в принципе, и вы готовы для охоты на бобра. Теперь идем на позицию и пробуем стрелять.
Мишеньку я поставил в 6 метрах. Потому что при охоте на бобра стрельба идет от 3 до 10 метров. Ну, поставил на 6. Вот, сейчас попробуем в нее попасть. Аккуратненько. Петлю сгоняем к наконечнику. Вставляем стрелу. И вот теперь важный момент. Остаток шнура вам нужно уложить. Вот движение. Уложить уже до конца в коробочку, чтобы он вам не мешался при передвижении. Все. Арбалет готов к стрельбе. Ну, собственно, выстрел. Вот. Дистанция маленькая. Видите, да, попадание? Шнур вылетел, как положено. Если стрелять ближе 6 метров, целиться нужно под мишень. Если стрелять дальше 6 метров, целиться нужно в центр. Вот, на 10 метрах уже попадание точное. Вот, ну, конечно, я чуть-чуть подправлю прицел. Но это уже отдельная история. Вот. Вот так работает стрела. Вот за этот шнур я спокойно вытаскиваю бобра. Стрела, как правило, проходит сквозь него. И уже вот так вот поперек я его подтягиваю. Вот, ну, дожидаюсь, когда он дойдет. Наконечник обеспечивает максимальное поражение, выход крови. Зверь засыпает безболезненно, без мучений. Вот. Готовьтесь к охоте, друзья. С вами был Игорь Валерьевич и Арбалетная Поляна. Ставьте лайки, присылайте вопросы. Вот, сезон еще впереди. Если у кого есть что добавить, милости просим.